Инклюзивную студию арт-терапии с символичным названием «Мы вместе» открыли сегодня в 59-й Чебоксарской школе. О том, как творчество помогает снять стресс и найти общий язык, Ольга Пырочкина. Проект «Инклюзивная арт-терапия» при поддержке благотворительного фонда семьи Рыбаковых в школе существует с прошлого года. Теперь у него появилось свое специально оборудованное помещение. Здесь можно заниматься акваанимацией, создавать мандалы, лепить из кинетического песка. Арт-терапия прекрасна тем, что позволяет раскрыть наилучшей степени творческие возможности учащихся, что не всегда возможно на обычных уроках. К тому же она быстро снимает напряжение, агрессивность, если она есть, позволяет преодолевать стремление к какому-то перфекционизму, самокритике излишней. Занятия у детей с особыми потребностями ведут старшеклассники-волонтеры, или как здесь их называют, арт-волонтеры. Мне нравится лично наблюдать за реакцией детей, как они вот реагируют на это все. Нравится, не нравится, да и в принципе самим интересно. Реагируют воспитанники студии по-взрослому. Снимается стресс. Красиво очень. Приятный для глаз. Песочек берем и кладем на свои фигурки. Мне нравится работать, ну как помогать детишкам, чтобы у них радость на душе была, вот, и улыбка. Мне кажется, вы лукавите, ему на самом деле тоже нравится возиться с песком просто, я шучу. Шутки шутками, но не удержался и попробовал рисовать песком, даже наш оператор. На заинтересованность взрослых организаторы тоже рассчитывали. Помогать снимать стресс здесь планируют и родители. Для них будут проводить групповые занятия и консультации. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика.